известными по всему миру апостолами. Простые люди. Они вздрогнули всю Римскую империю. Римская империя, она боялась этих простых людей. Они возросли в цене. No of welchem Grund. Но почему? They were with Jesus. Потому что они ходили с Иисусом. What passed with Leute, die wandeln? Что происходит с людьми, которые ходят с тобой? Was passiert mit Leuten, die mit dir wandern? Что происходит с людьми, которые ходят с тобой? Steigen diese Leute an Werte auf? Они возрастают в цене? Frage. Это вот вопрос. Vaterschaft. Отцовство. Einladung zum Vaterschaft. Приглашение к отцовству. Heute Einladung. Gott ladet uns ein zum Vaterschaft. Сегодня вот Бог приглашает нас к отцовству. Jeder von uns. Каждого из нас. Menschen helfen. Помогать другим людям. An Werte aufzusteigen. Помогайте им возрастать в цене. Простые люди. Они были очень известны по всему миру. Я был в депрессии. Но алкоголь от меня был лаким и брата. 20 лет до. Только из алкоголя я мог смеяться. Zum Jesus gekommen. Я пришел к Иисусу. Aufgestiegen. Твой поднялся. Aufgestiegen. Поднялся. Ich war unten. Я был внизу. Er hat mich oben gebracht. А он меня поставил вверху. Das ist meine eigene Entscheidung. Поэтому это моё собственное решение. Ich habe mich entschieden. Я решил. Ich lebe nur davon. Ich lebe nur davon. Я живу только для того, чтобы поднимать людей. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда меня кто-то спросил? Пастор. Aber du kannst sehen, dass ich mache etwas Schlechtes. Пастор, ты можешь видеть, что я делаю что-то плохое? Warum fragst du das, ob du nicht siehst? Почему ты на меня спрашиваешь, если ты знаешь? Warum fragst du das, als ob du das nicht siehst, was ich schlecht mache? Почему ты так делаешь, как будто я не знаю, что ты делаешь плохое? Warum? Почему? Vaterschaft. Отцовство. Ich fokussiere mich nicht auf das Schlechte, was du machst. Потому что пастор не фокусируется на том плохом, что этот человек делает. Ich versuche immer die Beste in dir zu sehen. Потому что пастор пробует всегда увидеть самое лучшее в этом человеке. Самое лучшее в этом человеке. Und ich glaube daran. И пастор верит в это. Dass wenn ich nur mehr arbeiten werde. Когда он больше будет работать. Wenn ich mir nur die helfen kann. Когда он сможет этому человеку помочь. Yeah, then this is better from here raus, with raus coming. Тогда бесы выйдут с этого человека. Самое лучшее появится в этом человеке. So, einfach helfen the best rauszukommen. Просто помогать самое лучшее взять из человека. Vaterschaft. Отцовство. Vaterschaft. Du, ein Vater wird niemals eigene Söhne oder Kinder vergessen. Отец никогда не забудет своих детей. Verlorene Sohn. Потерянный сын. Vater. Отец. Ich möchte nicht mehr mit dir leben. Я не хочу больше с тобой жить. Я kein Spaß. У меня мне это не нравится. Es ist so langweilig. Это очень скучно. Give me Дай мне, пожалуйста, твою часть наследия, я уйду. Vater, da bitte bleib. А отец говорит, пожалуйста, нет. Ты не понимаешь, ты вообще старомодный. Okay. Отец говорит, да хорошо. Erbe. Вот твое наследство.
weggegangen. Он ушел. Сын ушел. Plötzlich. Внезапно. An Werte ganz verloren. Потерял все ценности. Ganz unten. В самом низу. Er hat sich an seinen Vater erinnert. Потом вспомнил об отце. Yes. Ich hatte mehr Werte. Сын подумал, у меня было больше ценностей. Я был дорог в цене, когда я был у моего отца. И сын подумал, я пойду назад. Ganz von vorne. Я начну с самого начала. Ganz von weit ferne. Ich meine, ganz weit ferne. Еще с самого-самого далека. Hat der Vater gesehen. Отец увидел сына. Das ist mein Sohn. И сказал, о, это же мой сын. This is on my shrekish. Но этот сын, он был в ужасном состоянии. В ужасном состоянии. В ужасном состоянии. Aber der Vater. Но отец. Konnte trotz dieser Schmutz seinen Sohn. Даже несмотря на эту грязь, он мог увидеть своего сына. Vorbereite Disco Party. Приготовьте, пожалуйста, дискотеку. We have a fire heute. У нас сегодня праздник. My son is going to come. Мой сын вернулся домой. The other son. Другой сын. Er hat keinen Verstand vom Vaterschaft. Но он не понимал отцовства. The father umarmt diese schmutzige, dreckige, verlorene Sohn. Отец обнимает этого падшего своего грязного сына. Mach Disco Party. Делает диско. The zweite Sohn. Второй сын. Bist du verrückt? Отец, ты что, сошел с ума? Was machst du da? Что ты делаешь? Keine Verstandes vom Vaterschaft. Этот сын не понял, что такое отцовство. Dir war nicht dein Sohn. I mean, die verlorene Sohn war nicht die Sohn von dem zweiten Sohn des Vaters. Habt ihr verstanden, ja? Ja. No, это... No, ich said, I will nicht just give us, ja? Ja. Die Sohn, Vater, was machst du? Schieb zurück nach draußen. Schlag auf den Kopf. Schmeiß weg. Давай выбросим его. Du verdient es. Потому что ты заслужил. Aber Vater, но отец. We give him another chance. А говорит, мы дадим ему еще один шанс. Lass uns diesen Mann helfen. Давай поможем ему. Wieder an Werte zu steigen. Давай снова поможем ему, чтобы его ценность возросла. Das ist Vaterschaft. Вот это вот отцовство. Ja, Vaterschaft bedeutet nicht erlauben alle möglichen Sünden. Nein. Отцовство не означает разрешать хочешь. Aber wenn die Menschen bereit sind. Но когда люди when готовы, come to dir, когда они приходят к тебе и говорят, помоги мне, я буду верить. Ich werde glauben. Alles wird bei dir wieder okay. Все будет хорошо. Du wirst noch mal aufstehen. Ты еще раз станешь. Du wirst noch mal the best. Ты станешь еще раз самым лучшим. Вот это вот отцовство. So bauen wir Menschen auf. Так мы строим людей. Давайте прочитаем Исайя 62 главу. Ich habe das Bibelstelle heute gesehen und ich möchte einfach die Worte dort sind so süß. Я сегодня увидела эту главу 62 Исайя и просто слова там они очень сладкие. Neue Name. Новое имя. Dieses neue Name heißt neue Kreatur. Знаете, новое имя называется новое творение. Neue Kreatur. Это означает новое творение. Alle vergangen ist schon vorbei. Все прошлое уже прошло. Du bist ein neuer Mensch. Ты будешь новым человеком. Yes. Und du bist zum Vaterschaft gerufen. И ты призван к отцовству. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen verlassen und dein Land nicht mehr einsamen, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land, liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine junge Frau freut, so wird dich ein
so wird dich dein Erbauer freien bei der Feier. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauer bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. So was passiert hier? Что происходит? Es geht um Israel. Речь идет об Израиле. Ich muss das für jeden Sonntag jetzt für Israel beten. Я хочу, чтобы мы теперь каждое воскресенье молились о Иерусалиме. Das wird Gebet Nummer 6. Это будет наша молитва номер 6. Weil es geschrieben muss man immer Jerusalem und die Juden segnen. Потому что стоит, что мы должны постоянно благословлять Иерусалим и евреев. Aber diese Bibelstelle geht um uns. Но здесь написано о нас. Um Vaterschaft. Отцовстве. The Juden sind weg von Gott gegangen. Потому что иудеи они ушли от Бога. All right. Aber jedes Mal. Но каждый раз. God. Бог. War immer bereit wieder anzunehmen. Но Бог всегда готов их снова принять к себе. He said, ich gebe dir einen neuen Namen. Он говорит, я тебе дам новое имя. Werte aufgestiegen. И в ценностях возрастешь. Yeah. Die Menschen haben dir genannt Verlassene. Die haben dir Verlassene geheißen. Они были названы оставленные. Aber ich sage, du bist nicht mehr verlassen. Но Бог говорит, ты больше не оставленный. Die Menschen haben dich einsame genannt. Люди назвали тебя одиноким. Aber ich sagte, du bist nicht mehr einsam. Но я тебе говорю, ты больше не одинок. Werte aufgestiegen. Ты возрос в ценности. Irgendwo in der Bibel steht, Die Schwachen sollen sagen, ich bin stark. В Библии стоит, кто силен, пусть скажет, я силен. Vaterschaft. Это отцовство. Menschen helfen. Помогать людям. Am Werte zu steigern. Возрастать в цене. Der Apostel Paulus. Апостол Павел. In 1. Korinther 4:15. В 1. Коринфе 4:15. Hier habt so viele Lehrer. Он говорит, у вас столько много учителей. Aber wenige Väter.